Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. Смотри, какую сумму я успел к этому времени накопить. Я даже не знаю, как она звучит, если честно. Но самое главное, что мы с тобой будем сейчас прокачивать наших персонажей. Давай, наверное, начнем с элитных. Это будет у нас Томми. Хотя, подожди, Доминик. Давай-ка до 40-го его. И Томми до 50-го. Норм. Кстати, тогда и Доминика до 50-го прокачаем. Деньги просто улетают, ребята, со скоростью света. Тут по-другому не скажешь. Хотел бы я еще, наверное, Ивана до 90-го прокачать. Отлично. И, скорее всего, Джейка до 50-го. Так, нормуль. Теперь, что нам нужно... Подожди секунду. Мне же еще нужно главного моего персонажа качнуть. Хотя бы до... 180-го. Трындец, ребята. Деньги как вода тут улетают со скоростью света. Что у нас тут по постройкам? Давай глянем. Баррикада, это в принципе нам не нужно. А нужно нам, знаешь что? Нам нужна поддержка. Вот именно она. Ну-ка. 180 сделаем здесь. И тут тоже 180. Даже 185. И здесь 185. Так, теперь сделаем, наверное, вот тут вот улучшение, да? До 185. Хватит там? Хватило, тютелька в тютельку. И машину прокачаем. Все, ребята, все деньги я сплавил. Копил их сколько там? 4 дня, по-моему, или 5 дней копил. И за секунду все это сплавил. Так, ну что? Сейчас, кстати, ты слышишь другая музыка в игре, потому что мы с тобой играем не ночью, а днем. То есть днем здесь немножко другая музыка. Так, забираем с тобой гемы. Так. Ну что, в принципе, я, наверное, готов призвать босса. Сейчас мы с этой фигней справимся. Так, отлично. Бросаем с тобой светошумовую. А, так. Нет, давай вначале вызовем босса. Тачка пускай едет. И начинаем расстреливать. Да ядрен батон, что за фигня, что он такой мощный, эй. Да ну, да быть не может такого. Это то, что я прокачивал своих бойцов, это все фигня? Нет, нормуль, нормуль, ребята, все хорошо, отлично. В хламину мы его разорвали. Слушай, но все равно как-то сложновато. Мой боец, когда стреляет, я даже, честно говоря, не чувствую, что он наносил какой-то урон. Мне кажется, это больше наносит вот именно с пилой чувак и вот этот, который у нас с мачете бегает. Ну что, у нас с тобой время ожидания босса. 171 день. Кстати, у нас же должна быть какая-то история, ведь так? Где у нас книжка-то? Где мы с тобой читаем обычно про... Журнал выжившего, да. 170-й день. 100% что-то должно здесь произойти. Так, 88-й день. 118-й, 148-й. Не, ты подожди. Что-то ты не то делаешь. 148-й день. Давай перелистываем. 154-й, 160-й и 169-й. У нас заканчивается питьевая вода. Дождь не шел уже несколько дней, а близлежащий ручей заражен. У нас хватит воды еще на 3 дня. Но мешкать нельзя. Пожалуй, мне стоит обыскать жилые дома неподалеку, чтобы найти источник воды. Угу. Так, а это у нас уже идет экспедиция, вылазки наши, да? То есть последняя это у нас телевизионная станция. Да, мы читали про нее. Так, сколько там, интересно, еще до босса? Ну-ка, глянем. О, еще долго и много. Ну, ладно. Все равно нам придется ждать, друзья мои, когда появятся боссяры, и уже продолжим. Ну вот, друзья мои, и босс пожаловал. Так, эти пока идут, охламоны. Давай, наверное, бросим с тобой светошумовую. Ящик тут еще прилетел. Глянем. Ага, Джейсон идет, да?
Срочно бафаемся и обстрел по этому Джейсону. Блин, то, что я стреляю, это фигня полная, ребят. Только я смотрю, вот это вот с мачете наносит ему урон и с бензопилой, все. А то, что мои тут выстрелы, это для него просто щекотки. Ну ты посмотри. Так что мой персонаж вообще здесь не котируется. Да, это трешово, конечно. Но, тем не менее, мы с тобой победили. Переходим на 172-й день. Вот не знаю, дойдем ли мы сегодня до 180-го дня. Ну, хотя бы до 175-го было бы уже неплохо, на самом деле. Но мы можем что сделать с тобой? Усилить, например, нашего персонажа в плане автоматической стрельбы. Кстати, это надо будет сделать, чтобы быстро шли волны у нас. Давай вот, пускай он строчит на автомате. Так просто быстрее будет выходить босс, ну и зомби, соответственно, будут быстрее. Так, ускорять я не буду игру. Единственное, что вот это вот, наверное, мы сделаем еще с тобой, да? Бонус в монетках. Ну и, в принципе, все. Ожидаем, подожди секунду, у нас с тобой уже 5.48 монет. Что я могу сделать? Я могу вот прокачать Тома, например. Прокачал. Ну, чуть-чуть все-таки хватило. Синди. Так, смотри-ка. Почти до 80 уровня прокачали Синди. Так, интересно, быстро у нас тут копится? Ну, достаточно, ребята, быстро. По крайней мере, не так, как просто стоят эти и бомбят. Почему он так, интересно, мало бьет, а? Вот до сюда доходит. Он должен вот до сюда долетать, насколько я помню. Что-то они как-то подтормаживаются маленько, ты не заметил? Они не проходят полностью. Они где-то вот здесь вот. Смотри, что-то вообще их подклинивает. Причем капитально. Так, ну что, ладно, мы с тобой в ожидании босса. Как только появится, сразу будем его валить. Так, ну что, счетчик зомби показывает, что сейчас буквально выйдет босс. В принципе, я уже готов. Тихо, 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 не надо вот этих вот нам бегущих волн, пожалуйста. Ты посмотри, просто армада бежит, ё-моё. А вот и сам босс. Ну что, вызываем, смотрим. Ну, опять этот халабуда. Ладно, давай его проучивать. Блин, что-то какой-то... Эй-эй-эй-эй-эй. Так, мины выставим с тобой. Давайте, родные мои, бомбим. Я думаю, что он не пройдет. Мы еще с тобой Ваньку прокачали. Да-да, того самого Ваньку, который у нас стоит с огнеметом. То есть, если он дойдет сюда поближе, да, к вратам, Ваня ему из огнемета как будет вжаривать по полной программе. Ну что, 173-й день, неплохо. Мы с тобой пока держим марку. А я хочу прокачать Синди. Так, 80-й уровень она получила. Ага, кого еще можно тут по-быренькому качнуть? М? Может быть, Джека с бумерангом? А почему бы и нет? Ну-ка. Оп, а, не хватает, да, чуть-чуть? Сейчас нам нужно, да совсем немножко здесь надо. Сейчас, в принципе, мы прокачаем его. Ну-ка, вызовем машину, пускай давит тут всех. О, шикарно. Но финансов все равно пока не хватает. Сейчас вот эти деньги доберутся у нас. Да давай все эти рублики. Тут самое опасное, это когда именно бегущая вот эта вот волна зомбарей. Она у нас надвигается так тихо. Сейчас прокачаем, вот. До 80 уровня я его качнул. Заберем с тобой гемы. Так, здесь 13 и здесь 13. 26, ну неплохо. Вот, вот, смотри, бегущая вот эта толпа. А когда еще у меня стояло раньше вот это вот ускорение, они просто сметали все на своем пути. Поэтому больше я вот этим не пользуюсь. Хотя от этого, знаешь, быстрее набираются волны, быстрее, естественно, накапливаются деньги. Ну, как бы есть выгода. Но должна быть офигенная защита. Ты должен быть уверен, что твои солдаты здесь, как говорится, выдержат этот наплыв. Тогда да. Но в данный момент они меня сметут. Даже вот эти вот заборы мне не помогут здесь. Так, ну что у нас там, давай глянем. Так, еще соточку зомбарей мы с тобой убиваем. И придет босс. Придет босс.
Ну, я думаю, тут уже паузу, наверное, делать не стоит. Уже доживем как-нибудь. Наверное, можно даже что-нибудь прапать. Например, ремонт. Ремонт у нас вообще что-то как-то слабо прокачан. Давай-ка мы, наверное, его так и сделаем. А что он прокачивает, если не секрет? Так, он ремонтирует баррикады. Понял. Ремонт баррикад. То есть, чем больше у нас прокачка, тем, соответственно, быстрее чинятся баррикады. А баррикады сами вот у нас где, да? Их, кстати, тоже желательно бы прокачать. Сколько они, интересно, дают? Так, его можно сделать прочнее с помощью улучшений. Да, но когда приходят боссы вплотную, грубо говоря, да, к нашим баррикадам, что-то я не заметил, чтобы они как-то нам помогали. Их сметает просто на изи. А вот, кстати, и босс пожаловал. Ну что, ребята, без бонусов будем вызывать, смотреть? Давай посмотрим, что. Ой-ой-ой, это Джейсон, ребята. Посмотрим, как мы справимся с ним вообще без применения бонусов. Главное, чтобы мои вот эти вот огнеметчики, ну, естественно, мачете и пила выходили вовремя. Так, слушай, ну, в принципе, да, справляемся. Без бонусов. И это круто, на самом деле. Это очень круто. 174-й день мы с тобой выживаем. Мины, ты видишь, 4 штуки уже можем с тобой ставить на этом поле. То есть круто. Ну что, будем ждать тогда очередного появления боссика, пока отдыхаем. Настала пора нам призывать боссяру. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Призыв. Опа! Смотри, это новый вид зомби, ребята. Фига себе. С прической с такой. Чего у него там в груди, не могу понять. Так, 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 подожди, подожди, не надо, парень, кипишовать. Валим, валим, валим его. Надо бомбить. Я не стреляю специально, ребят, хотел посмотреть, справятся ли они. Ну, в принципе, справляемся. И у нас 175-й день. Я почему-то не уверен, что мы с тобой проживем до 180-го. Хотя очень хочется, на самом деле, потому что если мы доживем, нам останется всего лишь 20 дней. И игра будет пройдена, ребята. Понимаешь? Наша суть — пройти эту игру и отстать от нее в конце концов. Я не знаю, стоит ли потом проходить первую часть. Ну, все зависит от того, как вы пожелаете. Мне-то, в принципе, не тяжело. Да, времени, конечно, уходит на нее много. Но в плане именно фарма. Именно фарма голды. Так-то ее что, запустил, свернул, и деньги сами фармятся. Главное, чтобы быть уверенным, что тебя здесь не раздавят и ты не погибнешь. Потому что в этом случае просто время пролетит зря. Так что пока в ожидании с тобой очередного босяры. Ну что, у нас в принципе с тобой все в откатах. Машина в откате, бонусы в откате. Поехали. Опять ты, опять этот Джейсон. Зачастил парень, да? Так, тихо, тачку, тачку вызываем. Ну-ка посмотрим, сколько она наносит урона. Но в принципе, если машину прокачать... Да тихо ты, смотри, идет напролом. Если тачку прокачать довольно хорошо, да, она будет... В принципе, солидный урон наносить. Так же, как и вот наши эти электрические заграждения. Ну, ты сам видишь. Очень хорошо они нам помогают. И вот я думаю, наверное, сейчас прокачать маленечко, да? Так, 176-й день. Круто. Сколько у нас стоит? Ну-ка посмотрим. Поддержка. Ох, ё-моё, дофигища стоит. Мне кажется, вот я могу пока мины прокачать. Мины, кстати, тоже стоит прокачивать, потому что они наносят неплохой урон. Относительно неплохой. Ты видишь, да? Почти 9000. 9000 урона, но их 4 штуки, поэтому умножай это все на 4. И в результате получается неплохо. И опять же, нельзя это все игнорировать. И тут любая помощь, любая поддержка нам, как говорится, нужна. И как бы... Сквозь пальцы смотреть на вот это вот. Что это я буду прокачивать, а вот это нет. Это может потом нам аукнуться. И, кстати, ты заметь, уже появились у нас здесь новые зомби, которые идут. Ну, вот эти вот были, а вон, видишь, тот зеленый хламон, кожа на лицо. Теперь он идет в качестве обычного моба. Ну что, как обычно, в ожидании.
Ну вот и дождались. Пускаем с тобой гранату светошумовую, ставим мины, призываем босса. И кто у нас там? О, кожаное лицо. Ой, зачем я делаю так? Давно не видели, да, его? А что ты так побежал-то с нами голову? Эй, ты же должен медленно идти. А он бежит. Не, серьезно, тебе говорю, он бежит. Ты посмотри. Просто чешет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, парень, блин. А что он такой быстро-то? Как будто, знаешь, ускорение на нем какое-то работает. Ну, фух. В дрибодан мы его разобрали. Так, хорошо. Итого у нас 177-й день, да, начинается. Ух, если мы с тобой 3 дня еще выживаем, это будет 180-й, а там уже и босс какой-нибудь будет новенький, супер элитный, мне так кажется. Ну, а пока ждем опять. Ну что, давай, наверное, выпустим опять светошумовую, плюс гранаты, точнее, мины, и вызываем. Кто у нас тут? Опять это пугало огородное, да, идет? Опять идет это пугало огородное. Так, машина ее немножко звезданула. Главное, чтобы мачете и электричество по ней попадало. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, эй-эй-эй, смотри, даже половину здоровья еще не отняли. Так, Доминик, жаривай своей пилой по ней. Блин, что-то мне подсказывает, что сейчас... Давай, Ваня, жарь ее, поджигай. Да ну. Да хорош. Йо, ты видел? Ты видел? А что случилось? Это так погибает этот босс? Видел электрический разряд? Или это она подошла к моей базе и начала электричеством бомбить? Честно говоря, не особо понял. Но 178 день. Слушай, ну этот босс уже серьезный. Ты видел, да, что он дошел до наших ворот, и я его еле одолел. Ну тут видишь, дело в том, что у нас работал всего лишь один бонус, а надо было активировать именно два. Кстати, 20.18 ашечек у нас с тобой накопилось. Мы можем кого-нибудь прокачать. А кого можем прокачать? Ну, например, Томми. На один уровень. Этот уровень нам дает в прибавочке, ну, в принципе, не кисло так, урона. Или же можем здесь прокачать. Сколько тут? Ну, давай, наверное, лучше этого, да? 120. Практически как Доминик. В два раза слабее только. Так, тут 28. Ну, вот самая основная элита. Это Джейк, Томми и Доминик. Такие топовые бойцы, которые наносят действительно много урона. А Иван наш почему-то вообще, ребята, хандрит. Ты посмотри, он всего лишь 834 бэшечки. Подожди, чего? Хандрит, ничего себе хандрит. 834 бэшечки, если этот наносит всего лишь 343. Нет, Ванька топчик, ребята, топчик. Но опять же, только в ближнем бою. И следующая его прокачка, как ты видишь, 319 ашечек, которые тут запаришься копить. Ладно, мы с тобой пока будем ждать босса. Ну, для вас это, ребят, секундное дело, а для меня это приличное количество времени. Слушай, ну ты посмотри, уже бегущая волна практически добегает до моих ворот. Так что волны здесь уже пошли жесткие, серьезно тебе говорю. Ну что, мы имеем полные откаты, давай поставим мины, светошумовую гранату закинем. Активируем с тобой бонусы и посмотрим, что здесь за босяцки будет. Понял? Опять Джейсон, собственной персоной, ребят. Так, ну что, воодушевление у нас включено, да? Помощь тоже активирована. Я думаю, мы должны его разобрать. Но это не точно. Да ну хорош. Эй, Доминик, Джейкоб, давайте. Валим, валим, валим. Половину здоровья отняли уже, это хорошо. Так, плюс помогают нам мины. Все бомбят по нему. Отлично. Ну тут справились мы. Справились, тут видно сразу. Но опять же тебе скажу, что под бонусами. Без них он бы прошел бы. Значит так, следующего босса мы с тобой ждем. И мало того, что мы ждем, потому что здесь у нас будет 180-й день, 100% пойдет какой-то элитник. Мне так кажется. Мы с тобой будем ждать полностью вот эти вот откаты. То есть этот час уже откатится, да? Воодушевление. А помощь через 2 минуты. Так что если даже босс появится, я подожду полного отката вот этих наших скиллов. И после уже будем вызывать босяру и, естественно, его разбирать. Так, ну что, волна у нас бежит, мы с ней справились. Окей.
откаты у нас прошли. Ну что, 180-й день ждет нас, наверное. Так, ставим мины, активируем бонусы и вызываем босса. А, ну этого охламона мы видели. Блин, он тяжелый, надо с ним разбираться как можно быстрее. Я не знаю, он еще подходит электричеством, бомбит. Он так взрывается, фиг его знает. Да че ты, хорош ты. Он очень быстро двигается, вот что я заметил. Очень быстро двигается, он дошел уже половину. Так, хорошо. Пошло, пошло на убывание у него жизнь. Ну, блин, все-таки, неужели дойдет? Твою налево, блин, мои, видишь, проходят мимо. Мои куда-то там бегут. Этот с мачете вообще пробегает мимо него. Слушай, слушай, слушай. Есть. Все-таки он подходит к базе и взрывается сам. Понимаешь, вот от него, видишь, трафарет остался. То есть я не знаю, в чем его смысл, ребята. Он просто подходит и взрывается. Наверное, тем самым нанося урон всем моим бойцам. Другого объяснения нету. Но я тебе скажу следующее. Мы с тобой прожили до 180-го дня. Что у нас тут с тобой? Бонус, да, какой-то? Ага. Законы выживания. Мы забираем 24 гема. Тут мы уже накопили с тобой неплохо денег. То есть мы можем даже Доминика прокачать. Прикинь, как тут финансы летят. То есть если я оставлю здесь на пару дней, я думаю, что тут будет уже не 5 и 6 бэшечек, а все 10-20 бэшечек. Ну что, друзья мои, остается нам выжить всего лишь 20 дней. А на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.